Андрео. Человек холодные нервы. Я не думаю, что здесь, в общем, нужно именно что-то говорить, поэтому постараюсь просто там, двумя словами. По-моему, концентрация эмоций такая, просто вот сгустки этой эмоции на ваших экранах. Хави против Буффона. Один-один. Монталио? Нет, как Вилани. Угадал Икер Касильяс направление полета мяча, но не сумел дотянуться до этого самого мяча. И огромное облегчение. Стадион в Форталезе упал с плеч Аквилани. Чуть-чуть не повезло Буффону. Ну, не хватило, потому что пробил-то хорошо. Иньеста. То же самое. Иньеста здорово пробил. Буффон угадал, но не дотянулся до мяча. 2-2. Дороси. Два в пользу сборной Италии. Даниэле де Росси отправляет мяч под перекладину. Пике следующий. Три-три. Херар Пике. Да вот это все-таки, вот эти планы, когда бьет Пике, уже граничат, мне кажется, с пошлостью. Ну, насколько можно. Пике сам по себе футболист. В общем, как в свое время Дэвид Бекхэм вдруг для людей, которые футболом не увлекались, стал исключительно спайс-боем. Джавинко. Да, отважный парень Себастьян Джавинко.